где будем банк привязывать? Ну, мне сказали, где-то на вот таком уровне, мне кажется, будет нормально. Да? Да. Ладно, давай связывать. Так, вот так вот, да? Да, давай я тебе. А ровненько, хорошо, ровненько подожди. Да, тебя, да, 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 ровно. Если честно, мне тебе не нравилось и без бантов, когда она просто висела. Сказали делать, нужно делать. Ерунда какая-то. Поправим здесь. Так. Все красиво. Вроде бы ровненько. Ну пошли. Да, сойдет. Пошли следующий день. Так. Ну как-то ровно вроде. Ровненько, да? Ну да. Все, все давай. Красивенько. Сейчас будет все. Ну да, уровень вроде бы одинаковый. Да, одинаковый, одинаковый. Если что, потом еще поправим. Ну, вроде бы нормально. Нормально, нормально. Ой. Так. Так. Поправишь вот этот вот сейчас бантик. Я вот этот вот сделаю. Да, чтобы он был как там, одинаково. Да, вот красивый сейчас. Ну, я думаю, все вроде бы нормально. Ну да, вроде бы. Сойдет вообще. Пошли, следующий час. Пошли. Так, ленточки. Бери. Ой, это за горшочек зацепилось. Горшок не хочет отдавать свои шторы. Так. Примерно уровень вот этот. Привет, Чарли! Привет. Привет! А что это вы складом делаете? Чем банты повешены? А вы что, не слышали? Вы в курсе, что вот эти вот все тюли должны завязаны быть бантами? И жалюзи потом нужно будет тоже открыть. Мне с тюлью больше нравится, оно было как-то светлее, как-то красивее. Вообще, кто это придумал? Бред какой-то. Да, Лер, я с тобой согласна. Вообще-то это не мы придумали. Это нам Валентина Ивановна сказала, что нужно так сделать. Вот видишь, Дарина, я не одна такой человек, который говорит, что с бантами тюль не подходит. Ну, я вообще-то не говорила, что оно так идет. Мне тоже вообще-то не нравится. Все ясно. Да мне, в принципе, все равно, тюль у нас с бантами или нет. Девушки, а вы вообще знаете, зачем вот эти вот банты на тюль вешать? Ну и зачем же? Это для того, чтобы больше дневной свет в класс поступал. Да что ты говоришь? Какой дневной свет, если мы учимся во вторую смену? На улице уже темно. Ты это мне говоришь? Я наоборот не хотела эти банты завязывать. Тем более, говори это Валентине Ивановне, а не мне. Кстати, а где Валентина Ивановна? А ее не будет на классном часе, так как директор собрал всех учителей на собрание. Поэтому первый урок отрываемся по полной. Лиза, ты так сказала, отрывайтесь. Такое ощущение, как будто нас отпустили домой. У нас всего лишь один урок без учителя. Зато у нас есть время доделать домашнее задание. Кто не сделал? О, как раз поможешь мне. Я не говорила, что я буду давать переписывать. За мной. Подумай, домашнее задание. Я вообще его никогда не делала. Вот поэтому ты на двойке и учишься. Ладно. Сейчас. Только в следующий раз будешь делать домашнее задание дома. Да, хорошо. Держи. Слышишь, мальчик, ты что, заблудился? Теперь я буду здесь учиться. В смысле учиться? У нас в классе? Да, я типа новенький. Ничего себе, ты смотри, какой дерзкий. Да, я вижу. Чего вы уставились? Домашку делайте. Слышь, Борзый, как тебя зовут? Какая разница? Смотри, как он хомячит. Прям как Лула. Второй типаж. Слышишь? Это еще Валентина Ивановна не знает, какой у нас новый ученик появился. Угу.
Она его точно терпеть не будет. Ай, ты что делаешь? Ты что вообще сдурил? Я тебя сейчас прибью! Извини, я не хотел. Угу, я вижу, как ты не хотел. Если еще раз ты в меня стрелишь, я не знаю, что я тебе сделаю. Ты понял меня? Понятно. Да ты что, меня не услышал? Я случайно. Случайно? Но тогда я тебе сейчас случайно эту бутылку затолкаю туда, откуда ты уже ее не достанешь. Все, у вас просто закрыт, только бутылочку отдай. Ну, Ярка, ты даешь. Думаю, он понял. Я тоже надеюсь, что он понял. Это ж надо было, достался такой одноклассничек. Ты что, вообще больно? Ты в меня чуть не попал! Си! Я так понимаю, ты не понял? На, чипсы, успокойся. Знаешь что? Ты долго в нашем классе не протянешь. Он вообще какой-то обезбашенный. Я думала, Рома с приветом, а этот вообще какой-то неадекватный. Значит так, с этого момента я здесь главный. Вопросы есть? Да, есть один вопросик. А можно спросить, с какого перепуга ты в нашем классе стал главным, а? Да что-то не устраивает. Пошли мы с ним поговорим. Да ладно, ты главный, все. Вот ты молодец. А у вас вопросы есть? Да, есть вопросы у нас. Девочки, вы подавайте его. Кто-то главный? Кто главный? Кто-то главный?